В убийстве двух человек обвиняют 57-летнего жителя Камчатки. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. По данным следствия, 14 января текущего года 57-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения в одном из домов по улице Уссурийской в городе Петропавловске-Камчатском, в ходе конфликта со своим 49-летним знакомым нанес ему ножевое ранение в область спины, а также множественные удары кулаками и твердым предметом по голове. От полученных травм мужчина скончался в медицинском учреждении. В этот же день, желая скрыть преступление, фигурант нанес множественные удары ножом 45-летнему мужчине, которому стало известно о произошедшем. От полученных ранений потерпевший скончался на месте происшествия. Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся проверки для установления всех обстоятельств произошедшего.